Даже несмотря на то, что мероприятие официальное, все же подведение итогов – это всегда немножко праздник. В частности, в этот раз открытие нового Дома культуры. Раньше перед жителями района отчитывался только глава поселения. В нынешнем году перед собравшимися выступит и руководитель администрации. Орган местного самоуправления в этом виде сформировался в 2017 году. И по сути, 18-й это год разбега. Разбег-то получился, по-моему? Ну, вы знаете, требуется небольшая динамика, но я думаю, все получится. Очень хорошие, активные жители, хороший институт старост деревень. И жители действительно не безразличные. И поэтому, если прислушиваться, вот тогда будет все получаться. Первой перед жителями выступила глава поселения Наталья Камалихина. Она рассказала, что на реализацию государственных программ Московской области, таких как «Дорога Подмосковья», «Чистая вода», «Создание комфортной городской среды», из областного бюджета было выделено и освоено в 2016 году 2,5 миллиона рублей, а в 2018 году уже почти 19,5 миллиона рублей. Такая динамика доказывает, что участие в программах Московской области, в которые включается районная администрация, исполняя полномочия городского поселения Горки-Ленинский, экономит финансовые средства местного бюджета. Кроме того, такой подход позволяет максимально учитывать пожелания и наказы жителей. Наталья Камалихина затронула тему образовательных учреждений. В поселении введены в эксплуатацию второе здание детского сада номер 2 «Колобок» и второй корпус детского сада «Росинка» в поселении Горки-Ленинский. Упомянула она и о ситуации с закрытием школы в Горках-Ленинских. Надо отметить, что глава и администрация Ленинского района сразу же подключились к решению этого вопроса и организовали бесплатную доставку детей в школу номер 11, в которой организовано питание, созданы все условия для комфортного обучения и непрерывного образования детей. Органы местного самоуправления строят свою работу в тесном взаимодействии с населением. Регулярно проводятся встречи, в том числе с представителями различных служб района. На официальном сайте городского поселения Горки-Ленинский вывешен график приема граждан всеми депутатами поселения. В отчетный период поступило более 1000 звонков, смс-сообщений, электронных писем. Совместно с администрацией все поступающие вопросы стараемся решать максимально оперативно. Далее слово взяла руководитель администрации городского поселения Горки-Ленинский Светлана Литвинова. Она рассказала о доходной и расходной частях бюджета, а также о социальных, общественных, культурных и спортивных программах, которые реализуются в поселении. В 2018 году на территории городского поселения Горки-Ленинский действовали 10 муниципальных программ, которые способствовали рациональному и разумному освоению бюджетных средств и выполнению стоящих перед администрацией задач по обеспечению улучшения условий проживания населения. В рамках программы социальной защиты администрация городского поселения Горки-Ленинский оказывает населению дополнительные меры социальной поддержки. В 2018 году производились выплаты малообеспеченным гражданам, многодетным семьям и сиротам. К празднованию Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны были вручены продуктовые наборы и произведены выплаты на общую сумму 570 тысяч рублей. Участникам и инвалидам войны по 20 тысяч рублей, труженикам тыла по 3 тысячи. В конце встречи перед жителями выступили представители законодательной и исполнительной властей Ленинского района. В частности, Станислав Радченко, председатель Совета депутатов муниципального района, высоко оценил проделанную работу коллег. К главе муниципалитета Валерию Венцелю традиционно было много вопросов от местных жителей, на которые он ответил в течение встречи. Это хороший прямой диалог, который мы готовы вести. За полгода, когда я стал главой Ленинского муниципального района, мы постарались пообщаться, наверное, с большинством коллективов в составе муниципалитета. Не со всеми удалось напрямую пообщаться. Мы такую практику будем продолжать. По окончании официальной части прошло награждение почетными грамотами и памятными подарками активных работников культуры, спорта, социальной сферы, общественников городского поселения Горки-Ленинский. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.